Так, хорошо. Согласны? Хорошо. Мы будем очень-очень хорошими детьми. Сейчас мой день рождения. Поздравляю тебя. Сейчас все должны утихомириться. Все те, кто получили коробочки, должны вернуться на свое место. Своим родителям. Хорошо? Своим родителям, хорошо? Все мы пойдем туда. Вы поцелуете меня, все вы поцелуете меня, хорошо? Спасибо. Большое спасибо. Да благословит вас всех Бог. Now we are facing сейчас children. Мы видим маленьких детей. They are the ones who are incarnations. Они инкарнации. They are the ones, они те, who are going to lead humanity, кто поведут человечество into some great advancement. Великим достижением humanity has to be а человечество looked after. Необходимо проявлять they заботу. Are tomorrow's humanity. Наши дети – это завтрашнее человечество. Мы же сегодняшние. And what are we giving to them? Чему же мы учим следовать их? For them to follow. What is their какова aim in life? Их цель в жизни? Very, very difficult to say. На эти вопросы очень, очень трудно ответить. With the Sahajoga, но благодаря Сахаджа-йоге все они пойдут по правильному пути. Они будут вести себя надлежащим образом. И благодаря приходу этих новых Сахаджа-йогов все в этом мире будет совершенно иным.